Сегодня в Чебоксары приехали переводчики произведений Геннадия Айги из Великобритании, Швеции и Норвегии. Стихотворения чувашского поэта переведены в общей сложности почти на 40 языков. Но именно в этих странах живут самые горячие почитатели его творчества. Все, кто был знаком с Геннадием Айги или не знаком лично, но знает и любит его стихи, со временем образовали даже своеобразный клуб. Есть такое братство, которое называется «Айгисты». Мы как бы всегда думаем о нем, что-то там пытаемся делать, переводить, как-то писать, и как-то он с нами. Мы не хотим, чтобы он отсутствовал, скажем так, в нашем сознании, в нашем духовном пространстве. Питер Франц, член Британской академии и Королевского общества Эдинбурга, в 1991 году перевел и издал антологию чувашской поэзии, составленную Геннадием Айги. При жизни поэта он неоднократно приезжал к нему в Чувашию. Быть здесь без Геннадия Николаевича — это для меня как-то странно и неловко. Я еще не привык к этому. Но мы сделаем то, что мы можем, чтобы продолжать это распространение не только его творчества, но, как вы сказали, чувашской поэзии вообще во всем мире. Завтра гости отправятся в село Шаймурзино, на родину Геннадия Айги, а также побывают в литературном музее, где пройдет презентация нового издания, посвященного памяти поэта.